Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про вашу выставку, про то, какие тут периоды вашего творчества и вот в целом какой? Ну, периоды тут с периодами сложно, потому что их фактически, то есть вот большая часть выставки это результаты моих там всяких поездок и путешествий, вот, потому что как бы тут для по работе приходится ездить и снимать часто какие-то вещи, которые ну, нужно по работе, да, ты снимаешь, ездишь, снимаешь репортаж, или фэшн какой-то, или там портреты, и то есть, но когда ты ездишь где-нибудь вот так вот, в разных странах, в разных местах, по отдыху или по другой работе и так далее, ты всегда делаешь для себя, как говорится, такие путевые заметки, вот. И эти путевые заметки копятся, и ты все время откладываешь, чтобы их кому-то показать, вот. И, наконец, вот наступил момент, то есть, когда я заглянул в паспорт и понял, что если я буду откладывать их еще дальше, то их никогда никто не увидит, вот. Так что это вот такие мои впечатления о моих поездках и наблюдения жизни за последних лет 20, вот. Плюс кусочек там, это старые фотографии, которые я нашел в архиве, которые еще с 90-х годов я печатал. Честно говоря, мой любимый кусочек, да, если да, можно, да, расскажите о нем поподробнее немножко. Вот там парад какой-то, или это разные периоды? Да, вот. Это примерно снято в конец 80-х, начало 90-х. Вот то же самое, как ты ходишь и снимаешь что-нибудь, то есть не по работе, а какие-то впечатления, опять же, какие-то там путевые заметки. Вот. И я нашел, это была папка, которую я нашел совершенно случайно где-то в прошлом году. Она лежала у меня там в какой-то коробке, я не забыл вообще. Я печатал эти фотографии, наверное, в начале 90-х, я не помню для чего. Только эта выставка должна была быть. Вот. И вот это из них отбор, то есть их там больше, там целая пачка. У вас есть любимая фотография на этой выставке? Ой, вы знаете, я их так долго и тяжело отбирал, что можно сказать, что каждая из них любимая. Потому что отбор был очень сложный. Ясно. Спасибо большое.